Приветствую вас, дорогие зрители, с вами Назар, продолжаем играть в Троецарствие. Итак, в предыдущей битве вот эта наша армия принимала участие в перехвате вражеской армии на марше. Мы стояли в засаде, и мы в той битве потеряли, ну, считать, три отряда копейщиков. Нам почти что полностью выбили. У нас сейчас получается из пехоты ближнего боя только три отряда остались, какие-то более-менее, которые могут сражаться. До хрена мучеников. Катапульта. Да, и много конницы. Не знаю, что из этого всего получится. Ну, короче, конницу вводим в лес. Сейчас будем пробовать хоть немного. Бляха, я не знаю, у него тупо все пехота ближнего боя. Плюс три генерала. Если мы тут выживем, то это будет большое счастье. Лучники так много не настреляют, к сожалению. Они попросту не успеют столько убить. Вот что плохо. Вот ты иди сюда. Идешь? Еще и конница ударная. Блин, это вообще. Я даже их не ставил в черепаху. Там, конечно, сопротивление натиску хорошее. Так, где тут край карты? А, далеко. Ну, оттягиваем, короче, их сюда. Правда, у этой конницы мало защиты от стрел. Но это не сильно поможет. Ого, аж сюда достает. Но пока не стреляй. Ну, кстати, убило вроде как. 40 их вначале было. Давай на разведку. Вроде как один отряд отвлекся. Давай начинаем. Да-да-да. Да, нормально тут прошибают. Да. Ну, считай, поймали. Сюда иди. Надо вот сюда его вывести, тут с тылу. Арбалеты начнут стрелять. Фух, вообще убежал. Так. Альт, стоять. Давай сюда. Идешь? Да, я тут. Потерял бедняк. Давай, короче, сюда. Вот сюда. По этим мудикам давай. Конница фигня. Еще один побежал. Стреливаться. Короче, идем сюда свою ударную. Ну давай проатакуем. В чем нам тут масса? Так, ставлю оборону. Тоже.
Держитесь, ребятки. Конница близко. Все, отходим. Сейчас поможем. Не, ну я разбей Хая рули, смотри, сколько у него еще боеприпаса осталось. Так, ты давай сюда, вот этого попробуй добить. Ну, тут не знаю пока. Стреляю по этому. Так, где мой конь? Где мой еще один конь? А, перехватили. Уходим. Отводим, короче, их отсюда. Все. Давай сюда. Так, я разбихаю, отойдем. Вот здесь надо шугануть в тыл. Надо этих убить, иначе нам по спинам будут кидать. Не знаю, куда стрелять. Сюда стреляй. Блин, опять то ли в ближних вступили, то ли что. Стоп, у меня где-то тут был генерал желтый. Сюда давай. Сейчас мы с тобой проатакуем. Убегай, я тебя прошу, убегай. Зеленый где? Где ты? Ой, быстрее стреляет. Это пофиг, что стреляет. Сюда. Тут горит. Жопа горит. Так, один так. Вставай вот в эту хрень. Иди сюда. Ты стреляй. Они стреляют просто в ближнем бою. А ты давай. На тебя надежда. Блин, не могут с арбалетчиками долбанными справиться. Тут еще, видите, проблема в том, что снег. А в снегу падает скорость кавы. Давай, ах, херак. Будьте знать, как нужно нападать. Так, ну ты стань как-то. Сколько, простите, уйди отсюда. Убить, сюда бить. О, блин, ярость, все, я перевожу всех стрелков, я разбей Хая. Пофиг, ну все. Вот это ближний бой. Вот он, собаки. Встретимся на глобальной карте. На, челюсть, нормально. Так, 600 потеряли, 2400 уничтожили. Красота, просто красота. Ух, мы еще всех три захватили. Так, тут коня возьмем. Второй уровень. Да вот этих можно и подпускать. Давайте возьмем, потому что у меня нету вот тут ничего красть. Пусть. 10% восстановления. Вы только посмотрите, как тут наши лукари зарешали. Я разбей Хая. 300 человек. 300. Блин, больше, чем катапульт. Мы их тоже лучники только убили. Ну, их лучники по нашим лукарям, видите, стреляли. Вот, два отряда ополовинили, один почти убили. Ну, блин, ну это вообще... Ну и вот эти наши копейщики тоже красавцы. Сдержали натиск. Хотя там какой-то натиск, они тут ничего не сделали. Наша артиллерия всех перебила. Нанимаем, конечно же, нанимаем. 10% это очень хороший показатель. Ну, сейчас идем порт отбивать. Даже не восстановившись. Там катапульта должна... Бляха, третью армию на нас посылают. Опять засада. Слушайте, а может просто тупо встать в оборону и расстреливать их? Ну, сейчас посмотрим. Но просто в предыдущей битве, что как-то все получилось некрасиво. Не понравилось мне.
Итак, начинаем битву. Выставил всю пехоту вот здесь. Здесь два отрядика. Я попробую все-таки реально пострелять по ним сначала. Есть тут, конечно, у них тоже лучники. Здесь отряд, здесь отряд. Но их, в принципе, тоже можно выбить с одной стороны, с другой стороны. Ну что, два отряда сделают. Тут я протакую конницей с натиска. Тут этот будет на себя отвлекать. Тут такой стоит, типа не дает отойти. Генералы. Один с этой стороны, один с этой стороны должны вражеского поймать. Не дать уйти. А в остальном не знаю, что-то будет. Так, катапульта, катапульта, ты стоишь, в принципе, нормально. Ну что, давайте будем начинать. Так, дурак тоже забыл включить. Я думал, тут будет включено по умолчанию стрельба лукарей. Иногда она включена, она иногда отключена. Я не понимаю, как оно там работает, в каких случаях что получается. Не, ну здесь нормально. Так, убегай, убегай. Тут опять нехорошо вот это получилось. Не знаю, не умею я, блин, эти засады. Это нужно каким-то убер-задротом быть, чтобы это контролить. Опять потери огромные. Паникуй. Все хорошо. Опять большие потери. Слишком большие для засады. Смотри, ну тут вообще нас выбивают вот эти отряды. А ты лучше не стрелять. Что-то все бегают. Короче, надо вставать в одну линию, будто бы обычный бой, и все. Стрелками в первую очередь каких-то самых там лучших их отряды выбивать, и все. Потому что вот это срань какая-то. Что-то все носятся туда-сюда. Ну, это убей ты этих стрелков, а. Вообще какой-то разгром, я бы сказал. Битвы, которые должны быть, казалось бы, легкими, я их присираю. А те, которые тяжелые, вот предыдущие, например, и в них побеждаю. Ну, тут тоже смешно. Мечники побеждают генерала в конницу. Блин, ну, такое не бывает, алло. Сюда давай, как бежишь.
Ой-о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 й-
просто. Тоже копеечки не могу генерала завалить на коняк. Давай катапульту хотя бы спасем. Победа. Здесь срака передяка, а не победа. Два брата акробата сошлись в неравном бою. 1000 человек, я пол армии потерял. Пол армии, мать его. Убить тебя. Нанимаем, еще один погиб наш. Юаньшу. Где ты? Перехань. Юаньшу здесь. Я ему даю хитрого слугу, получаю пак мне нападение. И нам еще платят 290 монет. Хорошо. Хотя бы ты на меня не нападешь. Тоже вижу проблемы с едой. Блин, а еще одна где-то армия прет. Две еще пошли. Но тут какая-то полупобитая. За каждого 1000 надо заплатить. По-по-по. Ну это был зелен. А стоп. А если я возьму сюда стратега, то у него останется вот эти чуваки. Слушайте. Мне нужен не стратег. Не вот этот чувак нужен. Чтобы вот тут конницу хорошую потом поставить. А вот эти меня устраивают. Ага. Так, ты. С тебя тут толку не будет никакого. Кунжунишка, дорогой, возьми ночные битвы. Но я просто вот отсюда как-то шел. Да, да я мог взять, я сам просто провтыкал. Сам дурак, как говорится. Выведу на своей территории. Неплохо. Радиус подкрепления, если командует, он не командует. Открывается поезд, был очень сильный. Запасы плюс 15. Фигня одна. Все, если командует, короче. Область под управлением. Кстати, у него есть область под управлением. Просто продовольствие. Я вот, видимо, все самое хорошее уже взял. Решимость вот что дает? Численность телохранителей. Стоп, это я взял. Ну, берем решимость. Пусть у него армия будет побольше. Ну, не армия, а дружина. 61, насколько было до этого. Не посмотрел. Так, у тебя есть ночные сражения. Еще кто-то качнулся. Стоп, а я не выбрал. Решимость 61. Применить. 61. З. Так, поехали. Яйпу. Забираем порт. Давай ты без потерь сделаешь. Да? Так, что такое? Ужасный обвал. 750, но я это могу позволить себе. Вся фракция плюс 10 счастья. Поможем. Ну вот ты. Ах ты, бляха-муха. На этот ход ты еще не восстановишься. Блин, знал бы, что он здесь, я бы за ним пошел. Да, ёшкин кот. Ёшкин на трёшке. Порт не поврежден, хорошо. Ой, сколько мы всякого получили.
Ну, использовать я, конечно же, это не буду. Пушка не. Так, скорость 70. 58. 58. Ну, на диск добавляется. Ты у нас будешь с натиском. Решимость. Да, тебе нужен конь на решимость. Он добавит телохранителей. 45. Одежку какую-то. 20. 28. 30. Уиск к натиску. Пусть будет. Хитрость, авторитет, боевой дух. Пусть будет. Авторитет, счастье, коррупция, счастье, ты. Ну ты такой себе не особо счастливый. Оружие. Копье тебе нельзя давать, да? 15 компетентность. Есть что-то на решимость. Есть. Ну я топора. 45. Это, наверное, нужно еще, чтобы пополнилось, что ли. Но вроде бы нету, вот тут пополняется. Не, ну 45 это много, это хорошо. Так, ты пойдешь, видимо, на штольню, да? Ну, гарнизона тут пока нету. Вообще стрелков нет, ну тут конится много. Тут можно что-то почудить. Тут по-любому надо добивать. Я никуда не делся бы, конечно. А, это женщина, кстати. Это ж твоя сестра была, чё ты. Давай сюда, дуй. Засаду уже не будем вставать. Пока вылезет. Я могу заменить? Могу. Ну, 1500, но они реально очень хорошие. Вот эти коньяки. Скорость меньше, но у них броня хоть какая-то есть. Жизни больше. Ярость Бейхая надо менять везде. А вот тут нужны какие-то мужики ближнего боя. Я, наверное, этих двух лучников меняю на вот этих чуваков. Ну, либо коней брать. Но кони такое, нужно строй держать. Тут, если, короче, заменить вот это все на Ярос Бейхая, то тут можно смело ставить вот этих. Точнее, с саблями. Тихо, тихо. У них защита вот стрелы есть. Ну, этих нету. Нет, пока лучше. Но, правда, против коней они ничего не сделают. Но их именно хочу использовать по флангам. Что же взять, а? и то надо. Или ударную конницу взять. Это будет слишком много конницы уже. Да, реально, это будет слишком много конницы. Давай против всадников, чтобы хочешь. Ну хотя, блин, вот эти против всадников. Так. Меняем ярость Бейхая, да. О, теперь у нас 3 ярости Бейхая и 2 обычных арбалетчика. Эти пусть будут, эти еще сгодятся.
Так, фу-фу-фу-фу, старые шрамы. Так, дерево технологий. Что нам дерево технологий дает? Тут еще какие-то тяжелые. 130 это у них содержание, 130, да? Ну, блин. На них мало стрел, у них 12 стрел. Да не, не, фигня. Фигня. Доход от промышленности. Короче, Назар, качай и не парься. Либо вот это порядок. Или на хаучи пойти. О, рыбная торговля плюс 50. Блин, надо на хаучики идти. Деньги есть. А вот с едой постоянно какие-то траблы. Пойдем на хаучик. Так, еще хорошо бы, конечно, что-то, бляха-муха, сделать с этими городами. А то мне у елки-палки плюс 18. Ну, значит, на еду ничего не будем строить. Я здесь построил. Ну что? На коммерцию. Тут коммерция. И тут коммерция. Бонусы пошли дикие от коммерции. Рынок. Рынок есть. Тут есть коммерция. Рыбная ловля такое себе. Устроим, значит, дальше. На бабло, короче, надо развиваться, да? Еда есть. Здесь в основном такие города на еду стоят. Все, денег нету. Давайте еще ходик сделаем. Пожалуйста, не нападайте никто никуда. Так, вот этого надо преследовать. Блин, у меня армия не пополнена. Слушай, Люйбо, ну отцепись, ну чё ты прицепился, чё ты на меня прёшь? Ой, так, этого надо убивать в следующем раунде. Кто все эти люди? Так, ну этот пусть все бегает, что ему. Он не возьмет ничего. Он, наверное, в город засел. Да. Так, тут нельзя давать ему останавливаться. Надо брать в осаду. Надо осаждать. Это, считай, ничто. Либо держать в осаде, сколько у них ходов. Ночное. А что только ночное, если они все равно там сидят. 6 ходов. Ну, еды мне хватит на 6 ходов. Но теряется темп. Да, мимо юрми выбрать. Ну, вот этим идти на штурм. Просто неким идти реально на штурм. Этим я собрать на себя стрелы. Либо посидеть, подождать, пока они не начнут потихонечку дохнуть. Они не начнут еще. Ну, в принципе, один ход, и у них заканчиваются боеприпасы, вообще припасы. Может где-то выпрыгнуть еще одна армия. Может. Блин, я просто не знаю, чем вот это убивать. Лучников на стены разве что закидывать. Ну, короче, ладно, ребят. Это уже будет в следующей серии. Они сдались? Окей, спасибо. Я тут думаю. Парю себе мозг. Они взяли и сдались.
Окей. Так, доход от коммерции плюс, торговля не плюс. Доход от коммерции есть вкачан. Четвертый уровень, кстати, хорошо. Производство. Ну вот это вообще не в тему. А что тут дальше идет? Торговый порт. Это тоже коммерция. Тут надо ставить на доход от всех источников. Вот эту штуку. Это мы сносим. Ставим сюда здание администрации. Вот так. Все, 1000 прибыли у нас есть. Хорошо. Так, что у нас тут капает? Пошло на спад, потому что нет торговых партнеров. Нормально, пока держимся. Пока держимся. Так, посмотрим через дипломатию. Все, у него пошло на спад. Мощь хуже, чем у нас. И покажите либо мощь такая же, как и у нас. Я еще между сериями сейчас посмотрю, с кем можно поторговать, возможно. Так, тут я достаю. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть стрелков. Раз, два, три, четыре. Четыре ближнего боя. А мы их закидаем катапультой. Пусть атакуют. Ну да. Пусть атакуют. А лучников у меня сколько? Пять. Но есть две ярости. Сейчас будет. Так, арбалетчики. Вот так. Будет три. Да. Все. На этом уже точно завершаем. А может мы замеримся с Люйбу? Опа! Торговли нету, блин. Разбивать не надо. Почему? Потому что... Сейчас пообъясню. Вот так, как в супермаркете. Потому что... Ну, типа, вот эту армию можно было бы еще сейчас ее разбить. Но. А у меня здесь везде мир. Я быстрее вот отсюда пойду. И вот так по этому всему. А этой армии я пойду отсюда. Так будет намного быстрее. Так, тут армия пополнена. Сюда вот дуем. Один ход, второй. На третий уже пошли туда. Ага. А тут, конечно, может кто-то еще напасть. Это да, но что поделать. Ё-моё, 8-й уровень. Капец. Ладно. На этом все. Всем пока. До новых встреч.